Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны «Очерки неугомонного Павла», а также веб-зрители. Этот видеообзор посвящен деревне Сереброполье Азовского немецкого национального района Омской области. Приятного вам просмотра! Сереброполье, деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области. По материалам Викимапии. В составе Фридшипского сельского поселения. Основано в 1908 году. По состоянию на 2010 год 649 человек населения. Деревня находится в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины. Высота центра населенного пункта около 110 метров над уровнем моря. Гидрографическая сеть не развита, реки и крупные озера отсутствуют. Да и мелкие озера, как я понял, тоже. В окрестностях деревни распространены черноземы, остаточно карбонатные и языковатые обыкновенные. Сереброполье расположено в 73 километрах южнее Омска и 49 километрах к югу от районного центра села Азова. Село Фридшип, административный центр сельского поселения, расположено в 3 километрах к востоку от Сереброполя. Сереброполье, как и вся Омская область, находится в часовой зоне Москва плюс 3. История названа по серебристому ковылю, росшему в этом месте. В 1908 году в 3 верстах от поселка Фридшип на урочище Таньча выделяется участок номер 732 площадью 2500 десятин. В этом же году в его пределах немецкие переселенцы из ряда губерний Европейской России образуют поселение Сереброполье. По данным на 1911 год, среди первопоселенцев преобладали переселенцы из Екатеринославской губернии, 14 семей, 2 семьи прибыли из Самарской губернии, по одной из Волынской, Таврической, Ставропольской губернии и области войска Донского. К этому времени на участке уже было 3 мельницы. Жители на данном участке проживали на отдельных хуторах, поэтому за поселком также закрепилось такое название, как Серебропольские хутора. В административном отношении Сереброполье входило в Фридшипский сельсовет, Александровскую волость, а с расформированием последний поселок в 1924 году передан в Одесский район. В феврале этого же года в Сереброполье организуется сельскохозяйственное товарищество «Серебропольское». В сентябре 1927 года учреждается машинное товарищество под названием «Ротефане» в составе 17 хозяйств. Почти половина от их числа в поселке. В ноябре 1929 года Серебропольское товарищество и товарищество «Ротефане» по согласию своих членов переходят на устав сельхозартели, названные «Ротефан». В годы войны были открыты маслодельня, хлебопекарня, колхоз переименован в честь Иосифа Виссарионовича Сталина. В период кампании по укреплению колхозов колхоз имени Сталина был объединен с колхозом «Красный Восток» деревни Лабинка, колхозом имени Карла Липнихта, село Фридшип, в единый колхоз имени Сталина с центром в селе Фридшип. Позже переименован в честь Карла Маркса. В результате таких преобразований Сереброполье оказалось на положении бригадного подразделения. В селе имеется средняя школа с преподаванием немецкого языка, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, центр немецкой культуры, библиотека.
Прослушаем стихотворение Афанасия Фета «Осенью». Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней. Мы не грустим, пугая снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Следующее произведение Афанасия Фета «Осенняя роза». Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело, дохнул сентябрь и георгины, дыханием ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Назло жестоким испытаниям и злобе гаснущего дня, ты очертанием и дыханием весною веешь на меня. А теперь по традиции прослушаем произведение Антона Павловича Чехова «В суде». В уездном городе Энске, в казенном коричневом доме, где чередуя заседают земское управа, мировой суд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных дней разбирал на уездном свои дела отделение окружного суда. Проназванный коричневый дом один местный администратор сострил. Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция, совсем институт благородных девиц. Но вероятно по пословице, что у семеняне дитя бывает без глаза, этот дом поражает и гнетет свежего нечиновного человека своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого-то ни было комфорта, как снаружи, так и внутри. Даже в самые яркие весенние дни он кажется покрытым густой тенью. А светлые лунные дни, когда деревья и обывательские домишки, слившись в одну сплошную тень, погружены в тихий сон, он один как-то нелепо и не кстати давящим камнем высится над скромным пейзажем. Портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний о прошлых непрощенных грехах. Внутри все сарайно и крайне непривлекательно. Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие себя дома сцены из-за легкого чада или пятнышка на полу, легко мирятся здесь с жужжащими вентиляциями, противным запахом курительных свечек и с грязными, вечно потными стенами. Заседание окружного суда началось в 10 часу. К разбирательству было приступлено немедленно, с заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончались быстро, как обедня без спешки. Так что никакой ум не смог бы составить себе цельного картинного впечатления от всей этой пестрой, бегущей как полная вода, массы лиц, движений, речей, несчастий, правды, лжи. В 2 часам было сделано многое. 2 присудили к арестантским ротам, 1 привилегированного лишили прав и приговорили к тюрьме. 1 оправдали, 1 дело отложили. Ровно 2 председательствующий объявил слушание дела по обвинению крестьянина Николая Харламова в убийстве своей жены. Состав суда остался тот же, что и был на предыдущем деле. Только место защитника заняла новая личность. Молодой, безбородый кандидат на судебные должности в сюртуке со светлыми пуговицами. «Введение подсудимого!» – распорядился председатель. Но подсудимый, заранее приготовленный, уже шел к своей скамье. Это был высокий, плотный мужик, лет 55, совершенно лысый, с апатичным волосатым лицом и с большой рыжей бородой.
За ним следовал маленький тщедушный солдатик с ружьем. Почти у самой скамьи с конвойным произошла маленькая неприятность. Он вдруг споткнулся и выронил из рук ружье, но тотчас же поймал его на лету, причем сильно ударился коленом о приклад. В публике послышался легкий смех. От боли или, может быть, от стыда за свою неловкость солдат густо покраснел. После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и присяги свидетелей началось чтение обвинительного акта. Узкогрудый, меднолицый секретарь, сильно похудевший до своего мундира и с пластырем на щеке, читал негромким густым басом, быстро по-дьячковски, не повышая, не понижая голоса, как бы боясь натруднить свою грудь. Ему вторила вентиляция, неугомонно жужжавшая за судейским столом, и, в общем, получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий наркотический характер. Председатель, не старый человек, с до крайности утомленным лицом и близорукий, сидел в своем кресле, не шевелясь и держа ладонь около лба, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание вентиляции и секретаря он о чем-то думал. Когда секретарь сделал маленькую передышку, чтобы начать с новой страницы, он вдруг встрепенулся и оглядел посоловелыми глазами публику. Потом нагнулся к уху своего соседа-члена и спросил со вздохом. «Вы, Матвей Петрович, остановились у Демьянова?» «Да-с, у Демьянова», – ответил член, тоже встрепенувшись. «В следующий раз, вероятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсем нельзя останавливаться. Шум, гвалт всю ночь, стучат, кашляют, детишки плачут. Невозможно». Товарищ прокурора, полный, упитанный брюнет, в золотых очках и с красивой выхоленной бородой, сидел неподвижно, как статуя, подперев щеку кулаком, читал байроновского Каина. Его глаза были полны жадного внимания, и брови удивленно приподнимались все выше и выше. Изредка он откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядел вперед себя и затем опять погружался в чтение. Защитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову на бок, думал. Его молодое лицо не выражало ничего, кроме неподвижной холодной скуки, какая бывает на лицах школьников и людей, служащих изо дня в день, обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть все те же лица и те же стены. Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она бесцветна и скучна, без страсти и огня, выпалит он ее перед присяжными, а там дальше скакать по грязи и под дождем на станцию. Оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд. Читать новую речь. Скучно. Подсудимый сначала нервно покашлял в рукав и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Он тупо почтительно глядел на судейские мундиры, на утомленные лица присяжных и покойно мигал глазами. Судебная обстановка и процедура, ожидание которых так томило его душу, когда он сидел в тюрьме, теперь подействовал на него самым успокаивающим образом. Он встретил здесь совсем не то, что мог ожидать. Над ним тяготело обвинение в убийстве. А между тем, он не встретил здесь ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни громких фраз о возмездии, ни участия к своей необыкновенной судьбе. Ни один из судящих не остановил на нем долгого любопытного взгляда. Пасмурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора – все это было пропитано канцелярским равнодушием и дышало холодно. Точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность. Или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, бог знает кем, заведенная машинка. Успокоившись, мужик не понимал, что житейским драмам и трагедиям здесь так же привыкли и присмотрелись, как больницы к смертям, и что именно в этом-то машинном беспристрастии кроется весь ужас и вся безысходность его положения. Кажется, не сидел он смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами к милосердию, горько каяться, умри он с отчаяния. И все это разобьется о притупленные нервы и привычку, как волна окана. Когда секретарь кончил, председатель для чего-то погладил перед собой стол, долго щурил глаза на подсудимого и потом уж спросил, лениво двигая языком. «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным в том, что вечер 9 июня убили вашу жену?»
«Никак нет», – ответил подсудимый, поднимаясь и придерживая на груди халат. Вслед за этим суд торопливо приступил к допросу свидетелей. Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник, производивший дознание. Все они, обрызганные грязью, утомленные пешим хождением и ожиданием в свидетельской комнате, умилые, басманные, показали одно и то же. Они показали, что Харламов жил со своей старухой хорошо, как все. Бил ее только тогда, когда напивался. 9 июня, когда село солнце, старуха была найдена в сенях с пробитым черепом. Около нее в луже крови валялся топор. Когда схватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастье, его не было ни в избе, ни на улице. Стали бегать по селу и искать. Избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез и через 2 дня сам явился в контору. Бледный, оборванный, с дрожью во всем теле, его связали и посадили в холодную. «Подсудимый», – обратился председатель Харламов, – «не можете ли вы объяснить суду, где вы находились в эти 2 дня после убийства?» «Пополь уходил, не евший, не пивший. Зачем же вы скрылись, если вы не убивали?» «Испужался, боялся, чтобы не засудили». «Ага, хорошо, садитесь». Последним был допрошен уездный врач, вскрывавший покойную старуху. Он сообщил суду все, что помнил своего протокола вскрытия и что успел придумать я утром в суд. Председатель ширил глаза на его новую лоснящуюся черную пару, на щегольский галстук, на блюдающие губы, слушал, и в голове его как-то само собой шевелилась ленивая мысль. «Теперь все ходят в коротких сюртуках. Зачем же он все длинный? Почему именно длинный, а не короткий?» Сзади председателя послушался осторожный скрип сапог. Это товарищ прокурора подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу. «Михаил Владимирович», – нагнулся прокурор к уху председателя, – «удивительно неряшливо этот корейский вел следствие. Родной брат не допрошен, староста не допрошен, из описания избы ничего не поймешь». «Что делать, что делать?» – вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. «Развалины, песочные часы». «Кстати», – продолжал шептать товарищ прокурора, – «обратите ваше внимание, в публике на передней лавке, третьей справа, актерская физиономия. Это местный денежный туз. Имеет около 500 тысяч наличного капитала». «Да? По фигуре незаметно». «Что, голубушка, не сделайте нам перерыв? Кончим следствие, тогда уж». «Как знаете, поднял секретарь глаза на врача. «Так вы находите, что смерть была моментальная?» «Да, вследствие значительного повреждения мозгового вещества». Когда врач кончил, председатель поглядел в пространство между прокурором и защитником и предложил: «Не имеете ли что спросить?» Товарищ, не отрывая глаз от Каина, отрицательно мотнул головой. Защитник же неожиданно зашевелился и, откашившись, спросил: «Скажите, доктор, по размерам раны можно ли бывает судить о душевном состоянии преступника? То есть я хочу спросить, размер повреждения дает ли право думать, что подсудимый находился в состоянии аффекта?» Председатель поднял свои сонные равнодушные глаза на защитника. Прокурор оторвался от Каина и поглядел на председателя. Только поглядели, но ни улыбки, ни удивления, ни недоумения ничего не выражали их лица. «Пожалуй, — замялся врач, — если принимать в расчет силу, с какой преступник наносит удар, впрочем, извините, я не совсем понял ваш вопрос». Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался с языка только под влиянием тишины, скуки жужжащей вентиляции. Отпустив врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Первым делом был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое кровяное пятно. А происхождение этого пятна с прошлых Харламов показал. «Дня за 3 до смерти старухи пеньков своей лошади кровь бросал. Я там был, ну, известно, помогавший, и умазался. Однако Пеньков показал сейчас, что он не помнит, что вы присутствовали при кровопускании». «Не могу знать». «Садитесь». Приступили к осмотру топора, которым была убита старуха. «Это не мой топор», – заявил подсудимый. «Чей же? Не могу знать. У меня не было топора». «Крестьянин на того дня не может обойтись без топора. И ваш сосед Иван Тимофеевич, с которым вы подчинялись сами, показал, что это именно ваш топор». «Не могу знать, а только я, как перед Богом», – и Харламов протянул перед себя руку и растопырил пальцы, «как перед истинным создателем, и время того не помню, что у меня свой топор был.
Был у меня такой же, словно как будто поменьше. Да сын потерял, Проха. Года за два перед тем, как ему на службу идти, поехал за дровами, загулял с ребятами и потерял. Хорошо, садитесь. Это систематическое недоверие и нежелание слушать, вероятно, раздражали и обидели Харламова. Он замигал глазами, и на скулах его выступили красные пятна. «Как перед Богом», – продолжал он, вытягивая шею, – «ежели не верите, то извольте сына Прохора спросить». «Прошка, где топор?» – вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойным. «Где?» Это было тяжелое мгновение. Все как будто присели или стали ниже. Во всех головах, сколько их было в суде, молнией блеснула одна и та же страшная невозможная мысль. Мысль о могущей быть роковой случайности. И ни один человек не рискнул и не посмел взглянуть на лицо солдата. Всякий хотел не верить своей мысли и думал, что он ослышался. «Подсудимый, говорить со стражей, не дозволяется», – поспешил сказать председатель. Никто не видел лица конвойного, и ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске. Судебный пристав тихо поднялся с места и на цыпочках, балансируя рукой, вышел из зала. Через полминуты послышались глухие шаги и звуки, какие бывают при смене часовых. Все подняли головы и, стараясь глядеть так, как будто бы ничего не было, продолжали свое дело. Спасибо всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны «Очерки неугомонного Павла». Призываем подписаться родных и близких. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы!